В минувшую субботу, 18 августа, состоялись 13-е по счету традиционные соревнования по джип-триалу на полноприводных автомобилях «Золотые пески Заволжья-2018». Гонки, приуроченные к празднованию 549-летия города Чебоксары, прошли в районе поселка Октябрьский в Заволжье на специально подготовленной временной трассе с песочным покрытием, максимальная длина которой составила 2100 метров с перепадами высоты до 6 метров. Награды соревнований были разыграны в нескольких зачетных группах. Для каждой из них было проведено 2 заезда по 4 круга, а это порядка 24 километров. Бездорожье вызвались покорить более 30 экипажей из Чувашии, Татарстана и Мариэл. Практически во всех дисциплинах призовые места достались хозяевам стартов, представителям города Чебоксары.